Амур, сколь ты всемогущ, хитроумен и проницателен. Новелла 54. Однажды ночью Тафано запирается от жены. Как она его не умоляет, он отказывает ее впустить. Тогда она делает вид, что бросается в колодец, а на самом деле швыряет туда громадный камень. Тафано выбегает из дому и устремляется к колодцу, а жена тем временем входит в дом, запирается от мужа и срамит его на всю улицу. Итак, жил был дворец богач по имени Тафано. Женившись на красавице по имени Мона Гита, он ни с того ни с сего начал ее ревновать. Мона Гита была этим возмущена. Несколько раз она к нему приступала. Какие, дескать, у него основания ревновать ее? Он же, будучи не в состоянии привести хотя бы одну вескую причину, отделывался общими, ничего не значащими фразами. И в конце концов, ей пришло в голову извести его той самой хворью, которой он опасался без всяких для того оснований. Заметив, что один молодой человек, производивший на нее самое благоприятное впечатление, очарован ей, она осторожно начала с ним заигрывать. Когда же они друг с дружкой поладили, и оставалось лишь перейти от слов к делу, то она вознамерилась и для сего изыскать способ. Зная, что одна из дурных привычек мужа – страсть к вину, она стала в его том поощрять и частенько сама предлагала ему выпить. С течением времени он до того к вину приохотился, что теперь она напаивала его всякий раз, когда ей это было нужно. Благодаря таковой уловке состоялась ее первая встреча с возлюбленным. Мужа она напоила и спать уложила. А сама побежала на свидание. И с той поры она встречалась с возлюбленным часто и уже безбоязненно. Будучи твердо уверена, что пьяный муж ей не опасен, она отваживалась приводить любовника домой. А кое-когда почти на всю ночь уходила к нему, благо он жил неподалеку. Так действовала влюбленная женщина, однако же злополучный супруг стал примечать, что его-то она подпаивает, а сама не пьет. И в конце концов смекнул, в чем тут дело. То есть, что поит она его для того, чтобы погулять на свободе, пока он спит. Возымев желание окончательно в том убедиться, он как-то раз нарочно капли в рот не взял. А вечером пришел домой и разыграл мертвецки пьяного. Жена, поверив ему и решив, что больше поить его не нужно, он и так, мол, заснет, поспешила уложить его. Как скоро он улегся, она по обыкновению побежала к своему возлюбленному и пробыла у него до полуночи. Удостоверившись в том, что жена ушла, Тафано поднялся с постели, запер дверь изнутри и стал у окна, чтобы, когда жена вернется, сказать ей, что он ее вывел на чистую воду. Так он и простоял тут, пока жена не вернулась. А жена, убедившись, что дверь заперта изнутри и, будучи этим обстоятельством очень расстроена, приналегла на дверь в надежде, что она подастся. Выждав некоторое время, Тафано крикнул ей: «Зря ты силы тратишь, жена! Тебе домой не войти! Иди туда, откуда пришла! Домой ты не вернешься до тех пор, пока я при твоих родных и при соседях не воздам тебе по заслугам, так и знай!» Жена Христом Богом стала молить мужа впустить ее. Она, мол, совсем не оттуда, откуда он думает. Она была у соседки. Ночи длинные, куда ж только спать-то, а сидеть дома одной скучно. Просьбы, однако ж, не помогли. В городе никто еще ничего не знал, однако ж этот дуралей решил, что он не успокоится, пока не срамит и себя, и жену на весь Ареца. Видя, что мольбам его не поймешь, жена прибегла к угрозам. «Если ты не отопрешь, я тебя погублю», — сказала она. «А что ты можешь мне сделать?» — спросил Тафано. Стараниями Амура жена за последнее время понавострилась. «Я незаслуженного бесчестия не перенесу», — объявила она. «И сейчас брошусь вон в тот колодец, и когда найдут мое тело, то все подумают на тебя, что это ты в пьяном виде меня туда бросил. Стало быть, тебе придется бежать, распроститься со всем своим имуществом и жить в изгнании, иначе тебя казнят, как моего убийцу. И то сказать, как же ты еще тогда будешь, как не мой убийца?» Слова жены не заставили Тафано отказаться от его дурацкой затеи. Тогда жена ему сказала: «Ну, вот что, я такой обиды не потерплю. Бог тебе судья, отольются тебе мои слезки». С этими словами она направилась к колодцу и, воспользовавшись тем, что ночь была темная, хоть глаз выколи, подняла лежавший у колодца громадный камень и с криком «Господи, прости!» бросила его в колодец. Камень плюхнулся в воду. Услыхав сильный плеск,
И, решив, что жена из дрянь бросилась в колодец, Тафан опрометчиво бежал из дома. Он помчался к колодцу спасать жену, а жена притаилась у входной двери. И только он за порог, она юрк в дом, заперлась изнутри, а затем подошла к окну и крикнула: «Воду подливают в вино, когда пьют, а не после попойки!» Поняв, что жена провела его, Тафан кинулся к двери, но дверь была заперта. Тогда он стал просить жену, чтобы она его впустила. До сих пор жена говорила тихо, но тут она возвысила голос. «Мерзкий пьяница!» — почти крикнула она. «Нынче тебе сюда не войти! Мне эта твоя мода надоела! Пусть все видят, что ты за человек, и когда ты приходишь домой!» Тафан, взбеленившись, стал тоже орать и ругать ее. Перебранка разбудила соседей, и соседок они вскочили и, подбежав к окнам, спросили супругов, из-за чего у них идет пря. Тут, плача навзрыд, заговорила жена. «Все из-за него, из-за этого мерзавца! Каждый вечер является домой пьяный, а коли проспится в кабачке, то приходит глухо ночью. Долго я терпела, долго его пробирала, ничто на него не действует. Больше у меня нет сил это терпеть. Вот я и решилась его осрамить, заперлась от него, авось либо исправится». Олух Тафана тоже объяснял, как все это произошло, и осыпал жену угрозами, а жена кричала соседям: «Теперь вы видите, что это за человек? А что бы вы сказали, если бы я была на улице, а он дома? Клянусь Богом, вы бы ему поверили. Теперь вы можете судить, насколько он трезв. Обвиняет меня как раз в том, что, скорее всего, сам же и спроворил. Он что-то бросил в колодец, хотел меня напугать. Господи, да хоть бы он сам туда бросился и утонул. Ведь он винище-то не весь сколько выдул. Вот бы оно тогда и разбавилось». Соседи и соседки напустились на Тафана. Они во всем винили его и ругали за то, что он оклеветал жену. Сосед соседу. Скоро слух об этой ссоре дошел до родственников жены. Все они мигом сюда налетели, видят в окнах соседи. Они к тому, к другому, как было дело. Потом взялись за Тафана, обломали ему бока и прямо к нему в дом. Забрали женины вещи и, пригрозив Тафана, что это еще только цветочки, вместе с его женой возвратились восвоясь. Тафана понял, что остался в дураках и что ревность до добра его не довела. А так как он по-своему любил жену, то положил прибегнуть к посредничеству друзей. Друзья ему породили, он со своей стороны обещал больше не ревновать, предоставил жене действовать, как ей угодно, но только так хитро, чтобы он ничего не замечал. И жена по доброй воле вернулась к нему. Дурак мирится, только пуще срамится. Да здравствует любовь, а на деньги наплевать.